Мы рады вас приветствовать. Наш спортклуб активно поддерживает этот уникальный вид спорта. Желаем вам удачи. Третий раз проводятся эти соревнования. В мае было около 1000 человек. Сегодня будет примерно 800. От 7 лет до 70, так что любой может попробовать свои силы. Вот у нас Мельников, отец и сын, являются руководители спортивного клуба. У нас спортивный клуб очень большой, но ваш вид спорта особый, потому что он требует мужества, больших сил и воли к победе. Мы недавно подвели итоги нашего спортклуба по мини-футболу. Спортклуб КПРФ «Молодежный» стал чемпионом страны по мини-футболу, завоевал золотой приз и главный кубок. Мы выиграли Кубок Москвы, а сегодня надеемся, что наши спортсмены блестяще выступят и здесь, на этом канале. Удачи, хороших результатов, но здесь все будут победители. Кто выиграет главный приз, тому путевка в КПРФ бесплатно и без очереди. Вас с праздником спортивным и хороших стартов, и особенно хороших финишов. Старт там! А также проведение спортивно-массовых мероприятий в Лиге России и Прокрусса в сезоне 2015-2016 года.